Большинство стилистов и имиджмейкеров, сравнивая женщин России и, например, Европы, часто сходятся во мнении, что в нашей стране быть модной и ухоженной – прерогатива девушек молодых. Но, возможно, зрелым женщинам просто не хватает информации, как это положение исправить. Проверить это решился проект «Модный конструктор». Тенденции сезона, советы по стилю и секреты лифтинг-макияжа в течение 3 дней демонстрировали лучшие мастера города. «Модный конструктор» – это буквально целая энциклопедия, как за 3 дня выучить всю модную азбуку. Аудитория собралась на самом деле очень разная. И были и девчонки совсем молоденькие, и средний возраст, и третий возраст, как мы его называем. Потому что для нас было очень важно осветить любой возраст и для любого возраста сделать фэшн-мероприятие. Это не тональный, это сияющая база, которая создает такую очень свежую, не блестящую, но сияющую кожу. Все умеют краситься, когда они юны, когда кожа красивая, свежая и подтянутая. Но со временем, к сожалению, начинаются проблемы. Самая большая ошибка в таком макияже – это нанести все лучшее и сразу. Макияж должен быть очень стильным и выдержанным. Мне кажется, вот эти вот все модели, которые я сегодня приметила, они безвозрастные. Могу надеть и я, и моя мама. Мой выбор пал, конечно же, на вот эти современные удобные ботиночки Челси из кожи Флорантик. Следующий вариант – это я, конечно же, не могла не заметить вот эти яркие ботинки, которые просто сделают весь образ. Довольно экстравагантные, но в гардеробе иногда не хватает таких элементов. Тоже подобный вариант броги. В гардеробе должна быть какая-то светлая обувь. Это считается ошибкой, что черная подходит ко всему. На самом деле практически ни к чему, кроме как к черному. Ну и, конечно же, вот этот вот вариант спортивной, такой полуспортивной обуви. Можно обыграть какой-нибудь морской стиль или просто надевать с джинсами, с белыми брючками летом. В данном модном конструкторе мероприятия я отвечаю за украшения. Сегодня прочитаю лекцию вообще о трендовых каких-то украшениях. Как правило, сейчас серьги остро модным считается носить разные серьги. Одна, например, большая, другая маленькая, либо просто моносерьга, либо в одном ухе каф, в другом обычный пусет. Если вы хотите проявить какую-то индивидуальность, нужно отступать от общепринятых каких-то вещей, даже в подходе к украшениям. Можно сережки надевать, как брошки, например, да, или какие-то значки на лацканы рубашки. Возьмем какие-нибудь треугольные клипсы, наденем их на лацкан, вот у вас уже новая рубашка. Или надеть брошку в какой-то неожиданное место. И уже вы выделяетесь толпы. И опять-таки за брошками к маме или к бабушке. Не обошлось и без звездных гостей. На 3-й день модного конструктора в ресторане «Асаби» знаменитая российская телеведущая VJ Fashion TV Екатерина Гусева поделилась новостями моды, новыми именами в русском дизайне одежды и секретами привлекательности. Конечно, мы прекрасно знаем, что недавно прошла итальянская неделя моды, в Париже прошла французская неделя моды, и сегодня стартует в Москве неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week и открывает показ модный дом Фирдаус из Чечни. Айчат Кадырова возглавляет сейчас его. И, конечно, удивительно, что все-таки Восток приходит к нам в Россию. Но, с другой стороны, я наблюдаю то, что происходит на подиуме. Восток везде, Восток во всех европейских дизайнерах. Появляется головной убор. Без головного убора девушка уже не считается в тренде. На наш взгляд, эксперимент удался. Как встретить весну красивой и обновленной, женщин интересует в любом возрасте. И, кстати, модный конструктор будет иметь продолжение. 28 марта в Челябинске состоится весенний бал 50+, в котором некоторые участницы смогут продемонстрировать приобретенные модные знания. Полная версия интервью с Екатериной Гусевой доступна подписчикам Beauty Time в YouTube.